Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. В общем, ребятки, всем хорошего настроения. Хочу с вами пообщаться по поводу того, чем я сейчас занимаюсь. А я занимаюсь хозяйством. И вам скажу, что это не то, наверное, чем бы я хотел заниматься в данный момент. Мне кажется, что я слишком молодой для того, чтобы сидеть в селе и просиживать здесь свою жизнь. Я попробовал заниматься птицеводством. Мне это, в принципе, нравится, но мне кажется, что я сейчас могу делать что-то другое, что-то более интересное и для вас, и для себя. Потому как птицу выращивать я и на старости успею. Здесь очень хорошо. Природа, красота, солнышко светит. Я выпустил птичку. Всех накормил. Мы успели напастись, вон они. Лежат, посмотрите, какие красавцы. Уточкам ряску, картошечку, кабачок, все натер, все они кушают, все им нравится. Ну, все прикольно, но это однообразно и так продолжаться долго не может. Я считаю, что мне надо в своей жизни что-то менять, потому что я делаю что-то неправильно. В общем, буду рассказывать вам, что как есть. Я вообще уже думал дюков отдать кому-то. Я-то уже, в принципе, в своей голове прикинул, кто за ними может тут присмотреть. Но мама никому не хочет их отдавать, хочет сама за ними смотреть, потому как она к ним привыкла. Так что, возможно, она будет за ними смотреть. С ним переговорил. Я, конечно, против. Говорю, зачем оно тебе надо? Моя птичка, я за ней буду смотреть. Ну как твоя? Она общая, она наша. Мы все делаем общими усилиями. И поэтому она говорит, я буду за ними смотреть, мне тут нравится. Так что, возможно, за птичкой она будет смотреть. И, ребят, попрошу вас, не надо вот это вот в комментариях оскорблять, писать какие-то гадости, пакости. Будьте добрее, и все будет у вас хорошо. Я вот сейчас кошечку буду кормить, потому что она пришла вот попрошайник. Кс-кс-кс-кс. Есть хочешь, да? У нас вот эта кисюня. Сейчас покормлю кисю. Хозяйство уже покормил. Еще сейчас поставлю картошечку отварить уточкам. И буду заниматься птицей. Сейчас, ребят, я готовлю себе завтрак. Завтрак у меня будет 3 яйца. И думаю о жизни. По поводу того, как мне двигаться дальше. Потому как YouTube для меня это все, ребят. Это то дело, которое мне приносит удовольствие. И сейчас я понял, что вот что-то я делаю не так. Ведь людям это не совсем нравится, поднадоело, одно и то же. И они возмущены. И мне тоже не особо приносит удовольствие снимать одно и то же. Ну, я думаю над всем, что происходит, и буду работать. Не буду опускать руки, буду стараться выкарабкаться из той ситуации, которая сложилась на данный момент. Ну, надо сначала позавтракать, чтобы все было на полный желудок. Год назад. Зачем далеко заходить? У меня ролики набирали по 150 тысяч просмотров за первые сутки. Сейчас же этого нету. Сейчас на данный момент у меня выпуски набирают 30 тысяч просмотров за сутки. Это в 6 раз меньше, чем раньше. Тогда я не выпускал каждый день, потому как старался сделать какую-то изюминку. Я все равно не буду опускать руки, буду думать, как двигаться дальше. Яйца уже дожарились, буду сейчас кушать. Вот. Китюнька вот там вот кушает. Она еще тоже такая, знаете, порядочная кошечка. Она сама покушает и своим котятам еще относит. Вообще, я думал, что планы немножко будут другие. Они немножко поменялись. Короче, я думал, что приедет батя и меня на какое-то время подменит здесь. Но
у него проблемы со здоровьем, и у него не получится приехать. Так что придется мне как-то выкручиваться. Сложилась ситуация нехорошая во всем мире, из-за которой я решил уехать из города. Вот. Тут как бы свежая природа. Но так продолжаться дальше не может. Вот, допустим, у всех бывают хорошие времена и тяжелые. Вот у меня сейчас не самые хорошие. Вот я даже вспоминаю Лешу Дурнева. Помните? Он лет, наверное, 10, может, 15 назад снимал шоу «Дурнев плюс один». Прикольная была передача, интересная, всем заходила. Но потом он пропал из сети, и его не было слышно и видно. Очень долго он себя найти не мог, может быть, он чем-то занимался вне сети. Но как бы его никто не знал. Тогда у него была светлая полоса, у него все хорошо получалось. Потом неизвестно. И вот сейчас он тоже хайпит, интересные выпуски снимает, смотрит сторис. Как бы тема вечная и прикольная, у него круто получается. Сейчас он как бы на хайпе, на популярности он поднялся. Молодец. В общем, я к чему это говорю? К тому, что есть у людей черная полоса и есть светлая. А ну-ка отсюда быстренько. Свалили. Так, в общем, сейчас я хочу картошечки отварить. Вот этим вот динозаврам. Они жрут как не в себя. В общем, поставил картошку вариться. Вот так вот. Воды сюда налил, чтобы она, соответственно, нормально проварилась. И, смотрите, я поел. Тут же нету умывальника. Поэтому я беру вот так вот водичку. И мою вот в таких вот условиях. Это же не все, правильно? У нас тут тарелку, вилку, сковородку и чашку, потому что я кофе пил. Это, короче, почему я снимаю такие вот видео из деревни? Потому что это моя жизнь. На данный момент я снимаю влоги, потому что так вот сложились обстоятельства. И вот потому у меня такие видео. Сейчас не будет бомж-обедов, не будут ли они вообще, я не знаю. Пока я здесь нахожусь. Поэтому такой вот формат. И Китя тут, массажистка. Далее у меня по программе постирать футболочку, носочки, трусики. Так что я вот закипятил воду и буду сейчас это все тереть вот тут вот в тазике. Короче, заливаем кипятка. Вот так. Можно весь. И, короче, туда сейчас порошка сыпану и холодной воды. Прям. Опа. А ну, сейчас попробуем. Оп. Ай, горячая еще. И, короче, сейчас порошка засыпаем и щух-щух-щух буду вот так стирать. Короче, вышел на дорогу. Смотрю, гуси мои потерялись. Они обычно либо туда идут, либо вот туда. А, все нормально. Короче, с облегчением меня. Не хочется, чтобы они где-то потерялись. О, идут. Давайте быстро до домки. До домки есть. Так, в общем, все, я уже закончил со стиркой белья. Сейчас снял картошку, добавил сюда воды и вот так вот мою ее. Понимаю, что водички я добавил много, поэтому сейчас поставлю еще раз вот сюда вот на плиту и сделаю так, чтобы водичка закипела. Это все можно было раздавить, потому что маленькая картошка, видите, плохо еще давится. Так что надо ее проварить, будет вот такая пюрешка. И так как у нас очень сильно жарко, то я прячусь в веранде, лежу на кроватке, даже мои гуси, уточки, они все прячутся в теньке. Индюшки тоже вот там вот возле дерева сидят. В общем, будем здесь вот отдыхать, потому как сегодня еще и плюс праздник. Так что всех с медовым спаса. В общем, суть этой басни такова, что мне надо покушать, и я решил приготовить супчик. Короче, вот такой вот я шкурдящину варю. Здесь у меня лук, филе куриное,
и морковь. Я порезал колечками. Короче, вот так вот мой суп выглядит. Я у него забираю сверху всю накипь, которая есть, видите, тут уже почти ничего нету. И тут вот я хочу сейчас отварить макарохи. У меня есть вот такие вот четкие макарончики. Я их заварю и потом закину сюда, чтобы они тут не разваривались. И супчик будет песня, бомба, он вкусненький. Добавлю туда соли, перчика, и он легкий будет и вкусный. В общем, с голода я тут не пропадаю. Кстати, у Сони там все отлично. Мы с ней держим связь. И на данный момент она находится в Киеве, потому что так сложились обстоятельства. А я нахожусь здесь. У нас все супер, не переживайте. В общем, кормлю свое хозяйство и наслаждаюсь природой. И, кстати, хочу вам сказать, почему я создал второй канал. Потому как я хочу снимать влоги туда. А здесь изначально был другой формат положен. Тут были обзоры, затем бомж-обеды или же наоборот и так далее. Тут, в общем, была вся кулинарная тема. А там будут влоги, изначально построены, и как бы я сразу всех предупредил, что там будут чисто влоги из моей жизни. Поэтому, ребятки, welcome, всех прошу туда подписываться, потому что на данный момент я очень мало готовлю, за исключением сегодня. А так у меня все четенько, все супер, поэтому ролики будут сняты качественно и красиво. Ну, как бы я буду, по крайней мере, стараться, поэтому... Ссылка есть в описании на мой второй канал, и стримы будут на том канале также. Потому как пора общаться со зрителями не только в комментариях, но еще и живое общение. В общем, всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем хорошего настроения. Всем, ребят, пока!